О состоянии, проблемах и перспективах развития частного образования говорили на научно-практической конференции. Прошла она в Махачкале на базе оздоровительного комплекса «Журавли». Работа конференции проходила по нескольким направлениям. Участники поделились опытом организации учебного процесса в условиях современных вызовов. Спикеры говорили про информационные технологии, обсудили развитие профессиональных компетенций педагогов и проблемы воспитательной работы в частных образовательных учреждениях. Каждая школа имеет свое уникальное лицо. Во многом оно определяется кадровым составом преподавателей, которые работают в этой школе. И у каждой школы есть много интересного. Нам есть чем обмениваться друг с другом. Есть что друг другу рассказать, рассказать о том, как то, что мы придумали, позитивно повлияло на результаты детские. Надеюсь, что эта конференция, в общем-то, послужит дальнейшему развитию и поможет и школам частным, и не только школам, и детским садам, я знаю, у вас есть в республике.